Красная далека, не будь ко мне жестока. А смотрите, даже красивый есть вариант. Вот это красное здание мне нравится, в принципе. Интересненько. Бэтмен напоминает. Смотрели Бэтмена и Готэм Сити? Вот тогда мне это напоминает. А вообще вот в центре Филадельфии. Что меня бесит в центре Филадельфии, это вот такие знаки, которые можно потом постоянно... Вот встретить такие тикеты, потому что налеплены вот такие знаки. Видишь? То есть они прилепили временный знак, и ты хер знает. Ты его не заметил, и штрафака получил. Что это, круто? Ну, абсолютно нет. И дальше приезжаешь и не знаешь, где вообще парковаться можно. Потому что сюда смотрим, и тут заблудиться можно в знаках. Короче, можно или нельзя мне вообще здесь парковаться. Но в итоге выяснилось, что сегодня Sunday. С 8 до 10 я могу парковаться не дольше, чем на 2 часа. Все. Мне 2 часа не надо, мне надо меньше. Но это было, конечно, стрессово. Я сюда ехал 20 минут, а чтобы разобраться с парковкой, потратил еще 20 минут. Жуть. Но! Привет, друзья! Канал Евгения Луцкого. Поехали! В общем, почему я вообще в центре сегодня? Центр очень интересен различными персонажами. Ну вот, у меня есть один из моих банков, у меня несколько банковских аккаунтов, и один из них в банке Capital One. Это, по-моему, только американский банк. И они изменили подход к банкингу, они это называют. Почему? Вот сейчас я приехал показать вам. В центре оно одно единственное в Филадельфии пока находится, потому что этот банк, по сути, онлайн-банк, то есть очень много банкоматов везде, где-то можно снять деньги, положить деньги, но... Можешь положить в банк деньги, можешь снять, но все, процедура в основном онлайн. И они сделали всего один филиал, одно отделение в Филадельфии. Я сейчас его покажу. Короче, в чем прикол? Вот это кафе, это есть отделение банка. И вот говорят, чтобы войти, вы должны ставить карту банка. Это не надо было ставить. Итак, вот они, банкоматы, естественно. И вуаля! Пахнет, реально пахнет как Starbucks. И выглядит как Starbucks. Здесь реклама. Здесь, по сути, должен, не знаю, сегодня выходной день. Присутствует ли сегодня здесь представитель? Вообще здесь вот консультанты, они находятся. Ты можешь любого позвать, они тебе дадут консультацию по поводу банковского счета, аккаунта. И поговорят с тобой. Пойдем посмотрим. А вот, собственно, стойка, регистрация. Hello. Ну вот, собственно, Capital One. Они немножко напряглись, что я снимаю, но... Да, вот здесь находятся сотрудники, здесь ты можешь поговорить, попить кофе. Можешь провести митинги. Кстати, за это надо поинтересоваться. Раньше тут можно было посидеть, встречи перевести, проговоры, переговоры. Какая тема. И все, там дальше только став оформили. Вот такое вот маленькое отделение. Прикольное. Типа они заявляли, мы меняем сервис банковских услуг. И вот, в принципе, что-то новенькое, что-то интересненькое, правда? Давайте посмотрим еще на втором этаже, что происходит. Так, о, второй этаж еще круче. Комнатки для переговоров закрыты, наверное, из-за ковида, потому что как бы ограниченные помещения, да? Туалеты с кодом, это интересно.
Я вообще сюда хотел попасть давно уже. Никак не доеду, то они из-за ковида закрыты были, то еще что-то. Вот. Вот, наконец-то я здесь оказался. В принципе, если кто-то живет в центре Филадельфии, они могут здесь и работать, правильно? Надо прийти, сесть за столик, заказать кофе, здесь никто тебя не выгонит вообще. Вот митинг рум, блин, кнопка стоит. Нельзя использовать. Вот какая. Какая офигенная тема. Мне так нравится. В принципе, круто. Теперь я бы уже здесь ноутбуком упал. Видите, розетка, кресло, все. И вон там кофеек. Сейчас закажем себе кофейку. Или еще чего-нибудь. И посидим здесь, почилим. Паркинг у меня на полчаса оплачен, поэтому время есть. Ну, проблемы с паркингом. Вот. Вот эта идея шикарная, но... Вообще, это банковская эрия. Вот здесь Citizen Bank, там Chase через дорогу, Bank of America рядом, короче, вот. Райончик банков. И архитектура как в Манхэттене, если что. Если вы не были в Манхэттене, знаете, очень похоже. Филадельфия вообще это более дешевый вариант Нью-Йорка. Ну ладно, я закончил. Ну вот, заказал себе кофеек. Какой-то гавана капучино, посмотрим. Что это такое? Печенька и по акции еще одна печенька. Не знаю, печеньки я вряд ли съем, не знаю, почему я купил вообще. Я стараюсь есть меньше углеводов и сахара. Ну ладно, так уж и быть. Может, отдам кому-нибудь, либо попозже сам съем. Сейчас с утра говорят, можно съесть, потому что за день сгорят эти калории. Вот, еще прикольная тема, что если... Здесь кафе, в итоге, это... Поменять ракурс. Здесь кафе, это кофе, который предоставляет эта франшиза, какой-то пиц, что-то такое. Но когда ты здесь покупаешь кофе и рассчитываешься Capital One карточкой, у тебя скидка 50%. Знаете, это серьезная скидка. В общем, ну такое приятное заведение. Я, кстати, уточнил по поводу вот этих meeting rooms. Как я говорил, что их можно арендовать, но не всем. Даже не то, что арендовать, они бесплатно. Ты должен только зарезервировать онлайн на сайте, но они закрыты, понятно, ковид. Но еще также это для все-таки для... Это здесь называется non-profit организации, то есть организации, которые не рассчитаны на получение прибыли, такие вот, которые больше помогают людям, типа как благотворительные организации и другие организации. Вот, так что, ну, сейчас их использовать нельзя. Тоже очень мило. И посидеть здесь можно, да, прийти, взять ноутбук, посидеть, поработать, но все-таки, то есть митинг-рум до 2 часов, я думаю, что и посидеть, если, ну, хотя вряд ли тебя кто-то выгонит, если целый день здесь просидишь. Ну, вообще рассчитано на 2 часа. И как вы видите, народу немного, в принципе. Вряд ли тебя будут реально выгонять. А и сказали, все, уже опять require таскать маски. Мне вот эта вот зона нравится. Зона здесь огонь. Это можно презентацию даже было какую-то сделать, да? По-любому. Флешка, видите, блядь. HDMI. Кабель можно сунуть.